psie! Ай, да. Че там сел? А, ти се доли, може да ни дойде. Девочки, мы очень рады, что вы поддержали наше мероприятие. Вы видите, что мы да? А для начала мы хотим быть просто благодарны за ваше участие. Давайте поаплодируем девчонкам. И четверо, но не у всех мальчишек сегодня было три схватки. Да, эти штуки можно портить машины, холодильники. А, да, пошел рекламу делать. А теперь мы объявляем победителя данной категории. И так получилось, да? Да, победитель. Но это как в профессии, да, нет докторши или доктор. Да, нет училки, есть учитель. А победитель в женской категории Александр Чупрыгина. Надо сказать, что женский призовой фонд ну так себе, да? С точки зрения жизни, да? Но у нас есть шикарные друзья, спонсоры, компания Intuitrust, или как правильно сказать, бренд Intuitrust. Я сейчас предоставлю слово Александру Шансу, который, собственно, вручит победителю приз, увеличивающий в разы тот призовой фонд, который находится в конференции. Ну, хочу еще раз поздравить всех участников, победительниц и победителей. Собственно, от Grand Intuitrust мы для победителей подготовили такие сертификаты, которые вам дают право на получение любой понравившейся коллекции, любой понравившейся вещи из нынешней коллекции, ну, либо если вам там что-то не подойдет, либо не понравится, то, соответственно, из следующей коллекции, которая уже будет совсем скоро приедет в Москву, вы также сможете выбрать любую понравившуюся вещь. Давай еще раз поаплодируем девчонкам. Я приглашаю для награждения Саидова Ильдара победить заслуженного места участника телевидения в категории «Новый приз города» от нашего первого мероприятия «Другого стрелялся» «Вечерного Оли». Это, соответственно, тот денежный приз. Это, чтобы холодильник испортить. И, опять же, приз от наших друзей спонсоров Брэдли и Кирилла. Александр, вы добавили что-то правильно? Все сказал, да? Давайте вам аплодируем! Победитель в категории больших и сильных парней. Вадим Константин. Категория 80+. Да, к сожалению, заявил чуть больше людей, чем пришло эту категорию, но, тем не менее, огромное спасибо Константину, молодец, шикарно, без обид. А мы всем Константину! Ребята, большое спасибо, что были сегодня с нами, что поддержали нас в этом экшене, в этой дружеской атмосфере. Но у нас остается одна номинация. А номинация называется «Лучший сабмишн». И лучший сабмишн вроде как должен наградить опять же открытый бренд Intuitrust. А как мы решили поступить? Мы решили выбрать десяток красивых сабмишнов. И 10 из них, может быть, это будет чуть меньше, нужно на открытое голосование выбрать. Правильно, Александр? Да. Соответственно, кто-то из тех, кто сегодня боролся на этом мероприятии и закончил скромно сабмишн, неожиданно может стать обладателем еще одного приза от компании Intuitrust. Спасибо!
Типа уйди, да? Не-не-не. Во. Али. Али. Сейчас понял, что они отвлекли. Его есть. Я устал уже. Лицо, а, вот. Улыбайся. А теперь оп. Покажи мне тигрицу. Так, да. Я только секси-котика могу. Ну хоть его давайте. Ну так, капец.